Добрый вечер, я диспетчер. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рома. На самом деле, я очень сильно сейчас волнуюсь, когда начинаю этот стрим, потому что, внимание, на моем канале уже не было 720 дней стримов. То есть, это, можно сказать, первый лайв за последние 2 года. Я в шоке, серьезно. Я, на самом деле, когда это узнал, а узнал я об этом сегодня, я дико-таки офигел. И, в общем-то, если честно, идея просто начать снова по субботам стримить мне пришла совершенно спонтанно, буквально 2-3, может быть, дня назад, и я такой: надо стримить. Я думаю, то, что трансляция началась. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рома, и добро пожаловать на наш первый стрим под названием «Сборочный». И, собственно, я решил начать новую линейку стримов только лишь потому, что, да, закончился от зимы до зимы. И, собственно, да, это главная причина, на самом деле, больше нету. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рома, и сегодня мы продолжаем наши субботние стримы, только на этот раз это у нас уже новый сезон стримчанских. Это у нас кровавый стрим, по-моему, именно так я его назвал, честно слово, я уже забыл, как его назвал. Да, кровавый стрим. Добро пожаловать на новый сезон, вот теперь уже точно. То есть я знаю то, что прошлые 2 стрима у нас были, ну, просто по новой сборке, которую мы смотрели, рассматривали, и, короче говоря, это такое себе было. Но на этот раз, когда у нас начался мир, мы наконец-то уже точно знаем, что надо делать. Надо развиваться, развиваться в том мире, который у нас есть, который снимается. Ну что же, дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать на очередном субботнем стриме. Только на этот раз это называется прям субботний стрим, а не какая-то там кровавая история. Ну вы поняли, да? Короче говоря, всем привет, дорогие друзья. Сразу хотел начать с хорошей новости, но походу ее не будет, потому что даже для меня это должен был быть сюрприз. Смотрите, я запускаю Майнкрафт, и, короче говоря, все меню Майнкрафта должно было быть, ну, стилизовано под ё-моё сам себя, я слышу, иди в жопу, тупой Рома, спасибо. Привет, друзья, я Рома, добро пожаловать на первый субботний стрим по 6 похождением. Никто ничего не понял. Короче, всем привет. Это новый субботний стрим, который не будет по эпохе приключений. Опять же, никто ничего не понял. И я сразу скажу такую очень важную фразу, которую, типа, боятся все. Сегодня не будет спойлеров. Нет, ладно, они будут, но не по 6 похождениям. Это очень важно. Короче, смотрите, у меня есть сборочка, которая прямо сейчас запускается, и которую я даже буду снимать. Да, я уже сказал то, что... Ой, спойлеры будут, но такие, знаете, типа, не особо важны. Здравствуйте, микрофон включен. Привет, дорогие друзья, я... Воу, воу. Да, привет, дорогие друзья, я Рома. Добро пожаловать на новую субботнюю трансляцию. Она началась, все нормально, не знаю, какая задержка, это и не важно. Можете это увидеть по своим комментариям. И я наконец-то, представьте себе, наконец-то за вот последние 3 стрима не буду особо болеть. Вот, ну, то есть, как бы я выздоровел. Вот на этот раз уже точно. I have a pen. I have an apple. Apple, так, все, заткнись, Рома. Всем привет, друзья, я Рома, и добро пожаловать на новенький субботний стрим. Суть в том, то, что сегодня, как вы уже поняли по названию этого стрима, рогалик в деле, мы будем играть на сборке Roguelike, и это правда. Привет, друзья, здравствуйте, как говорил мой дед. Я рад вас всех приветствовать на субботней трансляции. Привет-привет. Сейчас будем ждать, пока народ понемножечку подтянется. Я думаю, то, что в самом начале прям слишком много болтать не стоит, потому что это практически никто не услышит. Какую-то важную информацию давать тоже не имеет смысла, потому что это вряд ли кто услышит. Вот, смотрите, конфетки ем. Да. Проснулся я до стрима, на самом деле, буквально за 40 минут. То есть я очень-очень мало поспал, это раз. И во-вторых, не так много прободрствовал до трансляции, чтобы у меня сильно проснулся голос. Так что, не бейте меня, пожалуйста, насчет чая все нормально, вот он. И, да, поспал я всего 4,5 часа. Всем привет, дорогие друзья, я Рома, и добро пожаловать на новый субботний стрим. Hello! Это первая часть стримов по искажению миров. Я рад вас всех приветствовать. Я, на самом деле, тут уже поднастроил сразу звуки, картинку, то есть должно меня слышно быть, это точно. Вот. Но насколько хорошо, пока что я не особо уверен. Не знаю. Но я проверял, честно. Я проверял, сидел, сейчас минут 20, наверное, только звук чекал. Так вот, у меня, кстати, началось. Я сам себя услышал. И всем привет. Пам-пам-парам-парам-п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 ам-
Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Я решил просто с легкой мелодии начать, чтобы никого не испугать своим голосом резко, а то, я уверен, у некоторых вкладка открыта была. Пам-пам-пам. Вот-вот, даже так у меня сейчас у самого вкладка была открыта. И я рад вас всех приветствовать на новом субботнем стриме. О боже мой, как давно их не было. Их не было с лета. Уже, блин, заканчивается почти осень. А у нас за всю осень ни разу не было субботнего стрима. Ребята, это что-то с чем-то. Надеюсь, вы поставите лайк на этот охрененный стрим. Ну, что же. Надеюсь, меня слышно нормально. Всем привет, дорогие друзья, с вами Лололошка, и добро пожаловать на субботний стрим, который начался, и это уже прекрасно. Да, это действительно самый первый субботний стрим, который наконец-то, спустя 3 недели после начала сборки, пройдет на сборке. Да, это эволюция. И сразу скажу то, что не бойтесь смотреть этот стрим. Я, ну, прям дико постараюсь, и, в принципе, я уже даже подготовился к тому, чтобы провести данный стрим без спойлеров. Я, правда, буду пытаться, стараться, и сейчас я даже все поясню. Короче говоря, да, это эволюция, и прямо сейчас бум! Всем привет. Чё-то я заигрался. Добро пожаловать на новый субботний стрим. Короче, не нравится мне в последнее время то, как ведет себя YouTube, потому что он конкретно убивает трансляции на своей же площадке. Да, то есть вот есть какой-то стример. Стример стримит, стримит, стримит. А потом такой, опа! И уже не стримит. Вот и все. А YouTube такой, упс. И самое-то главное, после того, как стрим ложится, его нельзя подрубить примерно еще минут 10. А то и 15. И что делать? Что делать? Я не понимаю, что делать с этим. А я не понимаю, что мне делать.